Здравствуйте. Поздравляю. Да. Вас тоже поздравляю. Здравствуйте. Тоже поздравляю. Здравствуйте. Главное не я, главное Бобомурад. Вы можете определить какой-то статьи, которые оставили Бобомураду? Какой это час? Это часть 3, пункт Б. Что означает? То есть считается, что он в группе совершил призывы к свержению строя. Вы довольны приговором или будете обжаловать? Нет, конечно, я лично недоволен, но будет ли мы обжаловать или нет, все зависит от Бобомурада. Я считаю, что он преступление не совершал, и он должен быть реабилитирован. Açıq ötüşünü özü Prezidentin Şavkat'ın bizə başlayan liberalizm siyasətinin ilk növlərdən birini tutaldır. Tabrikləyimiz sizdir. Rahmat, rahmat. Siz olsanız tanıqdınızmı? Tanıqdım mən, mən tanıqdım. Çünki mən şörgə çıxarım ki, xursam. Mən tirik şörgən çıxarım ki, özü güdən hətdə bax. Mən şörgə çıxarım ki, xursam. Şavkat aka biz yosh harakatda rahmat, sudga rahmat. Shu siyosat bo'lmaganda telefon azgina chiroy. Apellyatsiyaga berish niyatingiz bormi? Menimcha bermasam kerak. Сегодня, 7 мая 2018 года, в Ташкентском городском суде по уголовным делам состоялось оглашение приговора суда в отношении Абдуллаева, Салаева, Аллаярова и Насреддинова. Суд всесторонне и в полной мере, исследовав материалы уголовного дела, признал подсудимого Абдуллаева виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. При определении меры наказания подсудимому суд также основывался на принципах гуманизма и справедливости, закрепленных в Конституции Республики Узбекистан и уголовном законодательстве. Ташкентский городской суд по уголовным делам, признав Бобомурада Абдуллаева виновным по вышеуказанной статье Уголовного кодекса Республики Узбекистан с применением статьи 57 данного кодекса, приговорил его к 3 годам исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства. Подсудимые Салаев, Аллаяров и Насреддинов признаны невиновными и оправданы в связи с их непричастностью к совершению вышеуказанного преступления. Бобомурад Абдуллаев, Равшан Салаев, Шавкат Аллаяров и Хайотхан Насреддинов освобождены из-под стражи в зале суда. Также председательствующим по данному делу, подсудимым и другим сторонам разъяснен порядок и сроки обжалования приговора.